Заметка Сергея Лукьяненко в Фейсбуке за 13 февраля 2020 года. Лет 20 назад написал, жаль, похоже, не те прочитали, кому следовало, что Россия держится на трех вещах – русском языке, памяти о победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать, практически одновременно, и не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Но поразительнее всего, конечно, борцы за мир. Мне из Штатов друг пишет, ну и смешной же народ к тебе сбегается. Да уж, смешной. Не знаю, что и отвечать. Как можно призывать детей воевать, пишут. Призывать детей воевать? Кто вам дерьма в череп наложил, что вы фотографию ребенка в форме Великой Отечественной считаете призывом отправить детей воевать? Да кому мы нужны? Нас завоевывать? К чему воинственность воспитывать? Пишут. Кому? К чему? Вы, дебилы, куда голову засунули, что ничего не видите? Что Россия официально объявлена главным и всеобщим врагом, не слыхали? Ужас, ужас. Дети в войну играют. Какой кошмар. Сфоткали ребенка в военной форме. С какой бы стати, удивительно. Ведь во всем мире мир и благорастворение воздухов. Сидят Штаты в оружии, как дворовый пес в блохах. Даже из задницы ракеты торчат. Военные базы по всему миру бомбят налево и направо. Дети с речевками маршируют и в форме позируют. Но это же совсем другое дело. Ну, азиатские тигры зубы точат. Так это совсем нас не касается. Ближний Восток горит. Нам что с того? Старый волк Турция и та до зубов вооружилась и скалится. Ну и что? По всему миру войны. В 1000 километрах от Москвы наши братья и сестры 6-й год живут под обстрелами. Мы глазки закроем, мы стыдливо отвернемся. Не наша война, мы за мир. Мы все такие воздушные и возвышенные. Если придут нас завоевывать, то мы будем флажками махать и умиротворяющие речи произносить, чтобы враги устыдились. Такой скотный двор, что Оруэлл за голову бы схватился. Сидят в кругах наседлости в Москве и Питере квохчущие курицы, кукарекают молодые петушки. Блеют о высоком старые бараны, трясут бородками старые козлы. Грязят о высоком свиньи, важно гогочут жирные гуси. И все дружно осуждают пастухов, что не пускают погулять в темный лес и не позволяют приходить в гости волкам. Ужасаются тому, что сторожевые собаки имеют зубы, а их щенки учатся кусаться. К чему? К чему все это в дивном нынешнем мире? Никакой надобности нет в охране, защите, патриотизме, все звери братья. Это из-за забора прорычал волк, и тигр его поддержал. Миру мир. Долой заборы и ограды. Спилим рога, вырвем когти, заруем ружья. И дружными рядами, за козлами-поводырями, вон в то длинное красное здание, откуда выезжают фуры. Балбесы. Сергей Лукьяненко в Фейсбуке.